Так, чё, готовый? Да, слышу готовность в голосе. Хорошо. Я думаю, что позиция по правильности будет. Ага, хрена лысого. Хорошо, не машина войны какая-то. Машина войны, она их интересная зато. Интересно, но очень долго. А с этим режимом, как это вообще пипец, мне кажется. Ты приватку не ставил? А? Приватку не ставил? А тут нет приватки. В этом режиме. Эх, блин, погода ужасная. Но ты помнишь, что я тебя хилю? Я твой хил. Да, спасибо. Ну, на самом деле, не то, что прям ужасное, но бывало и хуже, на самом деле. Надеюсь, что все ставить будет. Я себя чувствую после этого, вот я в танке сижу. Ну, ты сидишь в танке? Из рейтлингов кто там у нас? А, зашибись. А меня-то кто схватил? Ну, нас покмастеры схватили. Почему-то две штуки разом вышло. Я ни на что не намекаю. По красиве. Рис. Это волна? Нет. Вот и такие, нас к жизни такому не готовило. Ты ж обычный бот, да? Да, у меня моды все выключены. Да более того, тебе скажу, у них нет ни защиты от проклятия, ничего. Они у меня на этом. Ну, что я думаю, сейчас присоединятся какие-нибудь просятки там. Ну, не так, что они будут лучше ботов. Ну да, но... Шансы все равно есть там. Шансы есть. Блин, меня рубит прям. Пипец. И при этом спать не хочется, но вот это вот состояние, знаешь. Ты что, ты давно встал? А? Ты давно встал? Да, очень. Во сколько? 9 где-то. Да я в 6 часов встал, у меня все хорошо. А куда? Куда он пополз? Он, наверное, испугался. Еще где-то, еще. Не вижу. Вижу такое что. Мне кажется, на видео это идиотизм. Просто на какой-то, знаешь, весь экран в кровище и вспышки, блядь.
Ну да, если можно было какой-нибудь там режим от третьего лица включить. Вообще тут нет ничего такого типа реплеев, чтобы можно было смотреть. Не, нету. Видеорежим ты имеешь на. Ну, вроде ну, типа бы нет. Того. Ошибки там, допустим, свои смотреть после прохождения. Не. Смотрите, кто какую волну состилил. Ты чё книгу бросил? А чё, кто её взял? Вот. Сиена. Вот теперь следи за ней. И поеду. Где она захочет её скинуть? Особо меньше не стало. Я в том-то и дело, что гранаты не уменьшают иногда в количестве, а даже увеличивают в каком-то смысле в этом режиме. Так, где там она, эта дура сдохла? Да, да, скорее всего... Возьми. Теперь мы хрен найдем эту книгу. Я уже взял, ты че? А, ты взял? Ну ты же видишь, что у меня есть. Да, да, красавчик, красавчик. Fill the car, Glory. We need that black powder. Пошли вот здесь, возьмем где? Слева. Keep the strangler back and bring him out. Kill her, yes, sir. Просто один пакпастер дал, наверное, 10 мышей, блин, в сумме. Класс. Поехали. О, спасибо. Еще и за это спасибо. У тебя что, патронов нет? Есть. Тебе нужна помощь? Нет, блядь, у меня тут 4 берсерка, мне нихуя помощь не нужна. Мне кажется, этот режим тоже будет прикольно в соло проходить. Наверное. Помечай костер. Я его не могу пометить, если слишком много целей. Я попытался пометить, пометился этот. Один из вот этих. Блин, важно. Ну, что за...
Мне нравится, что у нас волна... Да не волна это даже, это просто, вот просто мобы. Они нас все время теснят назад. Ну это карта такая. Сзади волна, я где-то застрял опять в комнате. Так, 9 патронов. Осталось кастера включу. Пиздец. Вот и все. Что может пойти не так? Это ты гранату взял, как вещи? Гранату я взял. Я думал, я взял. Вот, патруль. Давай немножко пойдем. Да. Красиво. Какую патруль? Не видел. Знаешь, что плохо? Они реально вот этот режим вывели в отдельный режим игры. С учетом того, что здесь награда не повышенная, а даже заниженная относительно, да? Потому что здесь типа не fast game, то есть такое у меня предположение, что черти, которые составляют большую часть игроков, просто не будут сюда играть, а ты здесь все время такой один будет тусоваться. И это как бы грустно, на самом деле. Чего грустно? Ну, грустно, потому что, ну вот, соло будет... Так, здесь это. Это? Это самое? Вот это самое. Он выжил? Да, он выжил. Хреново, пойдем. Ну вот, кто-то подсоединяется. Ну, я говорю, это пока режим новый. Если они здесь награду... Кастер, вот первый театр. Вон он. Хорошо, молодец. Если они ничего не придумают с наградами, скорее всего, просто режим умрет, и хорошая идея, как бы, умрет на корню. Вот в чем проблема. Ну, это из кастера. Вывалились. Кастер, да, он жив. Не, почему она умрет? Как бы для таких типов, как мы, награды-то особо-то и не нужны. Нам насрать на награды. Ну, говорю, вот, например, я играю такой один, да, там, нет у тебя, никого нет. Мы как обычно такие в соля решили поиграть. И чё? Ничего, берешь эльфа и идешь разваливать. Ну, проблемка на эльфе здесь тяжеловато, одному будет. Есть 4-3 бота. Что может пойти не так? Поэкономь патроны. Да, перезарядись. Они сейчас, сейчас очень могут пригодиться. Вылупляющиеся крысы.
Патроны слева. Что может пойти не так, когда рядом патроны лежат? Ну, есть пару вариантов. Кастер, ну да. Кастер, босс, патруль. Не, патруль нет, вряд ли, есть только холодный. Холодный патруль здесь, это вот такое себе удовольствие. Баночку возьму, или ты в себя веришь? Нет, я этот фолиант возьму сейчас. Синт. Не вижу. Не слышу. Я даже всех не зависел. Мне тут это толпа нужна. Уже. Грату зачем-то потратил. Потому что непонятно, где вот усилия. Здесь вышло только что макрыс, которые начали деление, размножение, вонючка. Ну, видишь, уже два типа присоединения. Но это пока режим новый. Да. Я же про это и говорю, что сейчас-то да, еще куда не шло. Впоследствии режим умрет. Ух, здесь, знаешь, хотя бы двойную где неплохо. Ну хотя бы да, и плевать нам, но двойную экспу бы дали бы. И уже, знаешь, чисто для нубасов а-ля покачаться. Я бы здесь ту же эльфу покачал. Ну. Новые игроки будут приходить, такие режим с двойной. Я не знаю, короче. Круче было бы, конечно, здесь вообще уникальные награды сделать на каждое событие свое, чтобы, знаешь, просрал событие. И вот как нет у тебя аватарки, да, у меня есть. Вот и сосед, а и сужди теперь, да, год, пока событие повторится. Вот по такому же принципу, если бы награды они здесь сделали, был бы огонь. Ну или хотя бы скинчики давали. Блин, без разницы. Я же говорю, главное, уникальные награды какие-то. Да? Пофиг какие-то. Ты видишь это? Посмотри под тележку. А что там под тележку? У меня ничего нет под тележкой. Тащит труп какой-нибудь? Да. Ну, такое часто бывает. Он так весело тащит его. Обменячик. Синс прямо слева. Прямо? Уже мертв. Еще один сил. Еще один. Разожусь. А вот что-то там поднялось. Шина, да. А вот расщепился. Расщепился. Еще один. Я наверх. Что ты делаешь? Где ты? Наверху, говорю я. А что ты там делаешь? Патроны. Ладно, я пошел за этим. А это тоже. Такие фиолетовые вспышки, если сверху смотришь. Да. Вот сверху это выглядит симпатично. Да. Пулеметчик где-то там. Сейчас я прыгну. И потребовалось.
А ядовитый лук, он еще ближайших отправляет? Он науешит. Классный, наверное, в стиле стилет. Босс у нас еще не было, да? Нет. Что-то ящиков с патронами многовато. Ну... Какой-то уже третий или четвертый. Бывает такое, бывает. Могли бы еще, знаешь, сделать один из вариантов усложнения, чтобы мобы перед тем, как тебя атаковать, не, ну, не останавливались. Они практически не останавливаются. Ну, они... Ну, мышки останавливаются, например. Ну, по-моему, это больше багом и глюком относится. Потому что если где-то они не останавливаются, а где-то останавливаются, по какой причине? Скорее, это недоделка и ошибка. Нежели чем констант задуманный. Ну, я если смотрю обычно на мышку, которая меня атакует, она обычно стоит себе. Эльф в соляну уже пошел разговаривать. Да, эльф пошел в соляну подыхать. Ну, не мы уж запустим. Так, из него пакмастера, да, вылезет? Да. Или хаос вариор? А он хаос вариор, точно. Хаос. Пакмастер это из Крыс Волгера, да. А из тролля что у нас выбирает? Трибл тролль. Здорово, здрасте, думаю. Изи, круто, нормал прошли. Какой-то рекорд. Блин, когда это, конечно, эльфийка в пати, стамина трепец восстанавливается.
Че, еще сюда пойдем? Ну да. Да, Рональд. Че, пидор Рональд, блядь. Да. Что могу сказать про него?